На площади перед управлением развернулся настоящий военный городок с боевой палаткой, полевой кухней и автомобилем времен Великой Отечественной. На торжественном построении личного состава была вынесена копия победного знамени. Лучшим сотрудникам присвоены специальные звания и вручены благодарности за безупречную службу. Начальник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте Олег Молчанов вручил ветеранам подарки и почетные грамоты за вклад в воспитание молодого поколения. Сотрудники, члены общественного совета организовали праздничный концерт. Самым быстрым и смелым в этот день представилась возможность поучаствовать в разборке и сборке автомата, а самым маленьким – сделать снимок на память.